Привет всем на моем канале, рада вас здесь видеть. И сейчас я займусь оформлением вот такой готовой вышивки. Это пара волков, схема от Dimension, вышивала я ее подбором. И вышивала я ее в рамках совместного проекта «Зимнее настроение». Я купила такую вот обыкновенную рамочку для фотографий. Она шла в комплекте со стеклом и с задником. В первую очередь я почищу стекло, чтобы не было никаких нюансов, пятен, отпечаток пальцев. Для оформления мне понадобится вышивка. Стекло я отложила. Еще я подложу под вышивку просто белый лист, так как сквозь дырочки в конве будет видно основание, и я решила, что просвечивала белым, оно будет аккуратнее выглядеть. И небольшой кусочек ткани для закрепления полотна сзади. И приступим. Крепление, которое тут было для фотографий, для рамки для фотографий, чтобы она стояла, я отклеила, так как ставить я ее не буду, я ее буду вешать. И теперь для чего мне нужна эта ткань, и я буду сейчас вот так это все закреплять. Я захватила заднюю ткань ниточкой легонько, и сейчас буду идти более густо, тщательно накладывая стежки. И так это выглядит пока. Я натянула свою вышивку на основание, очень хорошо, плотно она натянута. И сейчас я буду ее вставлять в рамочку. Так, первым слоем стекло. Потом вышивка. Прижимаем вот эти уголочки. Она очень хорошо плотненько села. И, конечно, я так ее не хочу оставлять. Я сейчас ее заклею бумагой. Заклеивать я буду акварельной бумагой. Клеить бумагу я буду только к этой тканюшке и рамке. Я постараюсь не попасть клеем на ткань, так как я думаю, что, возможно, когда-нибудь я захочу поменять эту рамочку. Вот. И ждем, когда просохнет наш клей, и можно вешать нашу картину чудесную. Давайте рассмотрим готовую оформленную работу целиком. Как она у меня получилась, крупным планом. Такая вот рамочка с текстурой под дерево и позолотой по ней. Внутри у нее идет золотая такая еще рамочка, дополнительный элемент. И вот мое зимнее настроение готово. Она уже висит на стене. Я очень довольна результатом. Мне безумно нравится, как получилось все. Рамка подошла мне по размеру. И по фактуре, по текстуре, по стилю, по цвету она мне очень сюда вписалась хорошо. Подписывайтесь на новые видео. Всем пока!